Небольшое учебно-развлекательное пособие для наших учеников. Что можно сделать парапланом в условиях абсолютной темноты? Пилот Иван Самойлов. Смотрим. Вот крыло. Никто не помогает. Нет, ну фасоль, естественно, помогает. Команда дает лайм. Полностью на тактильных ощущениях. Каждый самурай должен помнить, что меч – это его душа. И он отделится от него только тогда, когда расстанется с жизнью. Высшей доблестью считалось умереть в бою, сжимая рукоять меча. Да, я велся на правой консоли. Нет, на правой, Вань. Да, работает. Доверься ветру будущего, и пусть глаза твоего разума направляют тебя, что бы ни случилось. На левый галстук. Приличный. Правый вверху, левый галстук. Вот, все, поднимаем, отлично. Оно сейчас как парус у тебя стоит. И ветра нет. Не-не, нормальный. Просто он сбоку сейчас у тебя. Вот сейчас вот ты, в принципе, на ветер уже левая пошла вверх. Оп, все, отлично. Сейчас, подожди, у тебя воздухозаборники на земле. Вот, расправляются потихонечку. Ага. Все, можно работать. На правый, возможно, галстук. Все, норма, крыло. Все, стабильно. Зачет-то сдал. Ну, сейчас я тебе подложу. Не надо. Подожди, дай. Не-не-не, зачем? Да нет, давай ушко сложим какое-нибудь. Подпривыкни. Привыкай. Ура, вот. Молодец. А сейчас готов к погоди, симметрии? Погоди, ветер слабый. Да не-не, нормально, нормально. Что там у какие-то? Вытягивай его. Стабилизируется. Сейчас, подожди, ветер найду. Непонятно. Подожди, гору вниз. Готов? Сейчас, давай. Так что нормально, нормально. Небольшая канавка, ничего страшного.
стабилизируй. Ну давай еще одну асимметрию. Силы есть?